Итак, осталось всего два троса. Я вижу, тебе помогают твои друзья из Хабра и РУВДС. Ну что ж, похвально, похвально. Но это не спасет твой ноутбук. Завтра в 12:00 я в любом случае обрушу на него рояль. Потому что он уже задолбал играть и будить меня по утрам. Ты слышишь? Чао, пупсичек. Спасай своего котика.